Человек, способный видеть музыку глазами. Екатерина Хмелевская. Здравствуйте, Екатерина. Здрасте. Что про вас известно, что вы красавица, но это видно у нас в телевидении, а не радио. Спасибо. Чем занимаетесь? Музыкой. Всю свою сознательную и бессознательную жизнь. Ну, на каких инструментах наигрываете? На фортепиано в основном, но вообще я композитор по профессии. Да вот. Ладно? Да. Пишете симфоническую музыку для оркестра? Я пишу симфоническую музыку для оркестра. Ее, кстати, играют в Большом зале консерватории. Классно, классно. Екатерина уверена, что способна понять, какую мелодию играет пианист, только лишь посмотрев на его пальцы. Ну, давайте это проверим, так ли это. Для начала я хочу пригласить в нашу студию человека, руки которого будут принимать в нашем опыте непосредственное участие. Встречайте талантливую певицу и пианистку Тину Кузнецову. Какая красота! Тина, привет! Сейчас я попрошу ассистентов надеть на участницу наушники с белым шумом, которые исключают возможность слышать звуки в студии. А Тина Кузнецова исполнит для нас произведение. Екатерина не будет их слышать, но попробует угадать по движению пальцев. Мы готовы услышать первую мелодию после того, как Екатерина наденет наушники и включит белый шум. Наташа, будьте любезны, подойдите сюда, пожалуйста. Давайте мы как-то попробуем удостовериться, что Екатерина нас не слышит. Тина, сыграйте что-нибудь. Не слышно. Не слышно ничего. Отлично. 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 Одобрено Натальей Рогозиной. Итак, мы готовы услышать первую мелодию. Начнем. Да, да. Это песня «Вернисаж». Это «Вернисаж». Раймонда Паулса. Спасибо, Тина. Надеваю наушники и вторая мелодия. Спасибо. Сразу понятно. Сразу. И что же это? Ну, это «До, ми, ре, ми, до, ми, ре, ми, до, ми, ре, ми». А что это? И что же это? Это Иоганн Себастьян Бах, прелюдия «До минор» с первого тома «Хатака». Я ее играла когда-то просто. Это правильный ответ. Видимо, Тина училась в той же музыкальной школе, я так понимаю. Прошу, третья мелодия. Заключительная мелодия. Надевайте наушники, прошу вас. Из передачи «В мире животных». Композитор Рамирос ее написал. Вам аплодисменты, это здорово. Это просто, правда, здорово. Синие аплодисменты. Я хочу одну штуку проделать. Наденьте вот наушники. Прям... Это опасный трюк. Я буду играть на рояле. Ага. Надеюсь, что вы сможете угадать, что это. Так, это из классики, полифоническая какая-то штука в си-миноре. По-моему, это кусок из Баха откуда-то. Какого? Си-минорного. Си-минорного, ну да. Но это правда. Это двуголосая фуга Баха, си-минор, это правда. Ну да. Это действительно так. Я в музыкальной школе играл. Еще раз большое спасибо Тине. Класс.
Кузнецова, Екатерина Хмелевская. Удивительные люди на канале «Россия». Большое спасибо. Давайте продолжим удивляться.